Там где был? Я? На Украине был. Есть тюрьма. Я уже попадал на тот момент в другое подразделение. Понятно. А все уже или отдыхать приехал? Я по ранению, на реабилитацию. Вот мне отпуск дали 15 дней. Вот я оформил зато до бумаги на 15 дней съездил и обратно в Курск. Ты из Курска приехал, что ли? Нет, я не из Курска. Я Луганская Народная Республика. Терны, Нововодяная, Макеевка, Райгородка, деревня Ковалевка, вот это направление. Как там вообще обстановка? По кайфу. Сам рассуди. Какая обстановка? Мы в октябре 18 октября зашли. 137 человек. 28 апреля меня ранило. На тот момент оставалось 9 человек. Сейчас 7. Из 137 в штурмах кто был, осталось 7 человек. Вот такая обстановка. А это прошло меньше полгода. С октября по апрель. Уже охота в мирное небо. И вот реально нормально дыхать. Но просто смысл в том, что наше правительство не хочет, чтобы такие люди, как мы, которые воевали, возвращались обратно. У нас даже ротации нету. Везде, кого не послушаешь, везде ротация. Хотя бы видите уже другую мобилизацию, поменять тех людей, которые уже 2 года там побыли. Но реально на новых людей, потому что эти люди ранены. Просто поменяйте, они этого не делают. Понимаю. А люди, которые уже из последних сил, которые после ранения уже по второму, по третьему кругу, сил уже нету, ротации нету, обеспечения нету. И как обеспечения нету? Вот по... У меня нету обеспечения, потому что на первую линию фронта, в красную зону, никто не привозит гуманитарку. Приезжают только все, которые не нужны. Дай бог, вот реально, когда ты попадаешь по ранению, и тебя переводят на Россию, вот уже здесь можно что-то сделать. Потому что многих, которые по ранению, они в окопных госпиталях лежат. Их даже на Россию не отправляют. Поэтому они даже на Россию не попадают. И справку им не делают, справку стоп. За ранение не платят. С медальками такая же война. Вот я подал медальки командировки. А где они? Люди многие не понимают. Говорят, вот вы зэков распускаете и так далее. Но эти зэки ценой рискуют свою жизнь. Потому что, вот смотри, я зоны подписал. То есть я заинтересовался, мне понравилось и все. И дальше пошел только не в качестве зэка, а уже пошел в качестве обычного от Министерства обороны. То есть мне это интересно, потому что, во-первых, это моя страна, и я очень сильно люблю и уважаю. Я просто вернулся. А вот и смысл в том, что когда ты попадаешь на Россию, ты здесь себя считаешь вообще чужим. Ну, здесь совсем все по-другому. Ну, она меняет. Там хотя бы какие-то ценности в жизни, там хотя бы вот реально по-другому все. А здесь все меркантильно, всем нужны деньги, деньги, деньги. Да. Я не переживаю, просто смысл в том, что я сказал правду, как есть на самом деле. Так, я это слышал. 752, подразделение что? 6-я рота. Потому что это реально кидало. С выплатами кидало, да, с документами кидало. Ладно, я думаю, что все наладится, и в любом случае... Да не наладится.